Seven Seas Hotel Blue. Корловский отель эксклюзивный. Заходим в холл. Если только посмотрим территорию отеля. Отель уже работает. Находится рядышком с паломами. Смотрим холл, пианинка в таком классическом стиле. Холл, бар, терраса возле ресепшена. Красная дорожка и турецкий флаг. Турецкие канны. Детская площадка. Такой красной дорожки мы еще не видели нигде. Я, в принципе, тоже в Турции такого не видала. За все свои, сколько, не помню, 5-6 рекламников, сколько у меня их было. Бассейн с активной анимацией. Есть горки. Слышите, отель работает. Туристы отдыхают. Там вот уже что-то проводится, какая-то анимация. Вот. Активный отель. Вот. Для деток клевый. Детский бассейн, я так понимаю. О боже, какой кайф! О. И там детский бассейн. Еще один бассейн. Недалеко от пляжа. Тоже типа в скалах. Ой, как хочется в бассейн. У нас это предпоследний отель на сегодня. Как я завидую туристам, которые отпускаются. С другой стороны поснимаю вам этот бассейн. Заходим в главное здание. Будем сейчас смотреть номера. Стандарт. Номер. Банк бед стандарт, без двери, тапочки всем есть, отличная двухъярусная кровать новая. Смотрите, какая терраса большая, огромная терраса под навесом, очень важно. Клевые номера, шкафы зеркальные. А ну-ка, дайте я санузел поснимаю. Хороший санузел. А чё у нас здесь? Ага, вот такая вот получается ванна и туалет за дверью желтой. А это стандарт. Стандарт 2+1. Большой номер. Просторный, удобный. С диванчиком. Ой, такая же терраса. Находится в стенку-стенку с соседним номером по краям. Показывала до этого.
стеклянный шкаф и такая же ванна за вот такой перегородкой стеклянной.